Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре пневматический револьвер ASG Dunvesson 8 Silver. Внутри коробки нас ждет руководство по эксплуатации, каталог продукции компании ASG, сам револьвер, спидлоудер, прицельная планка и 6 фальшпатронов. Как всегда, револьвер ASG отличается великолепным внешним видом и превосходной детализацией в исполнении. Сделан револьвер полностью из металла. Накладки на рукоять изготовлены из пластика и имитируют своей фактурой и цветом дерева. Длина ствола составляет 8 дюймов или 181,5 мм. Общая длина револьвера составляет 33 см 80 мм. При этом весит револьвер 1 кг 40 грамм, что создает очень приятное ощущение от оружия в руках. При этом револьвер отличается великолепной балансировкой, так что стрелять из него можно с особым комфортом. Стреляет он стальными шариками калибром 4,5 мм. Они устанавливаются в фальшпатроны, а те в барабан в количестве 6 штук. Источником энергии является баллончик с газом CO2 на 12 грамм. Он устанавливается в рукоять. Производителем заявлена максимальная скорость выстрела 130 метров в секунду. И, как видите на замерах, она даже чуть выше. Прицел у револьвера открытый. Это мушка и регулируемый целик. При этом целик легко снимается, и вместо него устанавливается прицельная планка, на которую, в свою очередь, можно смонтировать, например, лазерно-целеуказатель или тактический фонарик, либо же оптический прицел. Благо, длина ствола и его конструкция позволяет вести довольно точную и кучную стрельбу. Данная модель отличается великолепным внешним видом, подойдет для развлекательной и спортивной стрельбы. Также она займет достойное место в любой коллекции. Приобрести револьвер вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!